В прошлой серии Дамик и его родители узнали, где сиреноголовый держит свои жертвы. Они решили действовать радикально и ловить на живца. Дамик, да что же это такое? Выключи этот звук! Подожди, я программирую. Программируешь? Что? Основатель речи сиреноголовых. Ого, это как это? Очень просто, у сиреноголовых тоже есть свой язык. Язык? Они общаются с помощью звука сирены. Да, этот ужасный звук мы слышали много раз. Вот, я сделал прибор, с помощью которого мы будем общаться с сиреноголовыми. Вот это да! Все, я готов, я стану приманкой. Да ты что, одного я тебя не пущу. Хорошо, ты будешь за нами следить со стороны. Все, дальше он не должен нас видеть вместе. Хорошо, я буду неподалеку. Среди людей. Мы не желаем зла. Тогда зачем вы похищаете людей? Мы просто ищем избранного. Кто это, мой папа? Кто этот избранный? Зачем он вам? У него ключ от нашего мира. Мы хотим вернуться. Дамик, мы поможем. Мы. А, ну да, поможем.